Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение нашего симулятора охоты The Hunter Call of the Wild. В прошлой серии, друзья, мы с вами выполняли сюжетное задание Fleischer на поиск помета благородного оленя в 5 разных местах. И, друзья, впервые у нас за все наше прохождение и, в общем-то, за мою игру меня насмерть затоптал кабан. Вообще, животное, первое животное за все время, друзья, насмерть затоптал меня, прям раскатал просто. За 2 раза практически полностью раскатал меня насмерть кабан. Друзья, посмотрите, как это было, кому интересно. Было абсолютно для меня неожиданно, я как-то совсем отвык уже от этого. От этого дела, что может так просто ниоткуда выбежать на меня. Ну, не то чтобы ниоткуда, он был подраненный мной, этот кабан. Но, друзья, в общем, было. Было страшно. В то же время интересно, такая схватка с кабаном у нас получилась. В итоге я, конечно, его потом добрал, потому что он был под ранком. Но, друзья, было жестко, нервишки прям пошалили у меня в этот момент. В этой серии мы с вами продолжим выполнять вот это задание, оно такое объемное. Нужно долго ходить, выискивать этот помет, в общем-то. И попутно будем еще охотиться, смотреть всяких разных животных, но для начала нам нужно, друзья, распознавать следы, иначе без следов мы ничего не сможем найти. Вот так вот здорово мы поохотились, вот можете видеть по прессу. Очень классно, очень здорово. Много разных было трофеев, друзья, по-моему, там и лиса у нас была, и косуля, и кабаны, и оленя мы в итоге одного добыли на золото. Классная, друзья, была серия, посмотрите обязательно. Интересная такая разноплановая охота на всяких разных животных. Ну, надеюсь, в этой серии мы тоже что-нибудь интересное да придумаем. Помимо тут поиска оленьих какашек. Такое себе занятие, я вам скажу. Можно найти и поинтересней. И, друзья, сейчас хочу посмотреть, какой у нас там уровень. 26-й. Я думаю, что вряд ли там какие-то новые манки у нас подвезли в магазин. Неплохо было бы манок на благородного оленя нам найти, купить. Классное животное, очень красивое. Прям и трофей из него получается очень классный, мне нравится. В прошлой серии у нас была высокая сложность, в итоге у оленя 7-ка олень был. Я так и не посмотрел, друзья, к сожалению, какая там по таблице максимальная сложность. Кто знает, напишите, я буду вам признателен и благодарен. Вот какая-то тишь у нас здесь прям. На удивление, следы были в начале где-то возле опорного пункта, и в общем-то все потихонечку у нас здесь все затихло. Но расслабляться, друзья, не стоит, потому что эта область такая, она много кабанов. Неизвестно, за каким тут углом, поворотом нас ждет очередной трофей или попытка получить трофей. Все-таки увидеть животное, услышать это еще далеко не значит, что его сможем добыть. И вот, внимание, давайте сейчас осмотримся с этой кручи, с этого холма. Посмотрим, кто у нас тут есть. Кто виден, кто не виден. Ну, кто не виден, определить проще. Пока что все не видны у нас, друзья. Ну, а кто виден, непонятно. Никого. Ладно, пробежимся. Я вот ориентиром взял вот это озеро. Сейчас до него пробежимся по пути. Надеюсь. Так, вот уже у нас лиса. Но нет, друзья, не буду с лисой заморачиваться. Если только увижу ее целенаправленно, тогда да. Сейчас приманивать ее, тем более с холма, с этого, с горы, не очень это все. А вот там, друзья, кстати. Да, кабан, кабан. Причем самец. А ну, друзья, попробуем приманить. Вдруг... А вдруг придет? Почему бы и нет? Сейчас попробуем куда-нибудь
Какие-то странные здесь елки. Вот это какая-то чрезмерно жидкая. А вот эта маленькая, тем не менее, нас скрыла полностью. Ну, странно, странно, друзья. Я привык к тем елкам из Лейтон Лейка. Хотя уже слово «привык», наверное, такое. Уже слабо работает, потому что столько серий мы уже 15, кажется, с вами отсняли. Прошли в этом заказнике, в Хиршфельдене. Поэтому уже слово «привык», наверное, не совсем уместно тут в нашем прохождении. А вот тем временем, друзья, здесь очень хорошая позиция на случай, если вдруг какой-нибудь кабанчик решит к нам зайти, заинтересоваться нашим манком и зайти. Но позиция хорошая, да маскировка вот только не очень, почему-то не топовая. Очень странный момент, хотя, казалось бы, и ветки довольно низко здесь висят, и довольно густые, но, тем не менее, друзья, не топовая маскировка. Ну, вы знаете, я, наверное, сейчас не буду особо засиживаться, потому что все-таки нас ждет задание, оно еще даже наполовину не выполнено. Ну, на меньшую половину, так скажем, выполнено, на большую пока еще нет. Поэтому сейчас прислушаемся. Окинем здесь взглядом примерно в зоне видимости. Ну, не пришел никто, так не пришел. В общем-то, друзья, не буду я сейчас слишком сильно зацикливаться на выслеживании этого кабана. С кабанами здесь уж точно проблем нет. Если находишь более-менее какое-то стадо, то добыть их особого труда не составляет. Они довольно легко приманиваются. Но, друзья, животное опасное тем временем. Очень опасное, поэтому нужно охотиться на них очень внимательно. В прошлой серии мне кабан показал, кто здесь, как говорится, хозяин. Причем это даже была самка, друзья. Она просто меня затоптала, она прям не сдавалась до последнего. Она со мной билась и в итоге показала мне хотя бы там за какие-то минуты до своей кончины. Она доказала мне, что еще может даже с дыркой в животе навалять. Такое количество следов, друзья, но я подозреваю, что все это, скорее всего, кабаньи. Так или иначе. Давайте вот какой-то помет есть, сейчас распознаем его. Ну да, это кабан. И я думаю, что все здесь, скорее всего, следы кабана. Возможно, вот следы нашего самца. А может быть, уже и другого. Вот интересно, раненый кабан точно нападает. Это было доказано. Ну, кстати, в прошлой серии это уже было не раз доказано, на самом деле. В прошлой серии уже был второй, по-моему, раз, когда кабан нападал на нас. На меня. Я привык как-то говорить «на нас», потому что вроде как мы вместе здесь с вами, в моем лице, в одном, но все вместе. И это был, да, уже не первый случай. Кабан пока вот по агрессивности бьет все рекорды. А вот мне интересно, в реальной жизни кабан также агрессивен вот настолько, что готов до последнего? Я такие случаи как бы слыхал. Там всякие байки охотничьи там и прочее. Всякие анекдоты типа там, ну мужик, ты попал там и так далее. Что говорят, да, кабан может даже и задрать вообще спокойно. Но вот интересно, страшнее медведь или кабан? Пока вот по нашей игре вроде как кабан пострашнее будет. С медведями у нас были стычки, да, и получали мы от них. Но, друзья, зачастую они скорее бегут,
Даже после выстрела бегут. Сейчас дойдем до озера. К сожалению, задали нам, конечно, область. Если бы не область, друзья, я бы не заморачивался на самом деле с этим заданием. Охотился бы так или иначе, мы бы все равно его выполнили бы. Когда-нибудь выполнили бы. Но так как у нас задана область, придется нам в этой области сейчас побегать, посуетиться. Либо попробую как-то между серией, может быть, выполнить. Ну, не знаю, друзья, пока еще не знаю. Игра классная, игра мне нравится. И, в общем-то, пока не хотел бы я играть один в нее, без вас. Что я между серией выполнять буду, что с вами, какая, собственно, разница. По большому счету. А так, мы посидим с вами здесь, душевно пообщаемся. Я что-нибудь поспрашиваю у вас, вы мне потом в будущем поотвечаете на эти вопросы. Классно, как говорится, посидели. Жалко, пятачок рано ушел. Такая есть картиночка интересная, кому интересно, загуглите такую картинку. Прям вот этой фразой. Ну, она так с черным юморком, конечно, слегка, но тем не менее. Черный юмор тоже юмор, как говорится. Ну вот, озеро. В прошлой серии это озеро нам неплохо так принесло трофеев. Давайте сейчас осмотримся, что ждет нас в этой серии. Я бы вот с удовольствием бы сейчас нашел какой-то след оленя и вот прям встал бы на него и побежал. Побежал бы без остановки. Олень бы бежал от нас, мы бы бежали за оленем, олень бы пугался, соответственно, делал свои дела, а мы бы эти дела тихонько бы поднимали. Хотя сомневаюсь, что нам именно это нужно делать. По заданию, надеюсь, достаточно просто на эти дела посмотреть. И не трогать их руками. И, друзья, вот здесь где-то был крик. Ну, пока маскировка есть, давайте немного все-таки попробуем приманить кабанчика. Было бы неплохо. Надо нам раскупорить уже счет по трофеям в этой серии. Так, друзья, внимание. Быстро. Действуем быстро. Оп. Все. Отлично. И смотрим. Смотрим. Кабан побежал. Вопрос. Остановится или нет? Друзья, проверим. Проверим. Я думаю, что ранение должно было быть неплохое. Стрелял я. Так, серебро. Ну, отлично, серебро. Кстати, вот заметьте, за кабанов дают серебро. Да, друзья. Получился и второго кабана добыть. С упреждением, но получилось. Недолго он пробежал, но я думаю, куда-то там в район легких залетело ему. Такой был расчет примерно. Сейчас посмотрим, насколько расчет оправдался. Ну да, точно в легкие прилетело. Это еще и самец, друзья. Отлично, отлично. Ну вот, два трофея, можно сказать, за какие-то там 30 секунд, плюс-минус. Хорошо. Продолжим. Ну, а вы знаете, а что нам, собственно, упускать-то третьего? Он здесь рядом, он кричит. Я думаю, что мы сейчас и его заберем. Мне пока очень нравится, друзья, охота на кабанов. Каких-то... каких-то серьезных проблем я не испытываю. И ложатся-то они, в общем-то, нормально. Если попадаешь изначально хорошо, то на месте ляжет. Или отбежит, вот как предыдущий трофей, например. Ну, а даже если легкое ранение, то я замечал, что он ляжет и все равно, так скажем. Друзья,
друзья, не пойму, то ли я слышу, то ли не слышу. Такое вот какое-то ощущение какого-то топота здесь вот недалеко. Это, конечно, не исключено, потому что кабаны все-таки ходят плюс-минус, ну, такими стайками, стадами. Как правильно называть, я что-то даже и не знаю. Стадо, наверное, кабанов. Я думаю, что да. Давайте еще разок. Подудим в манок. Манок прям натурально как выглядит вообще. Ну, не то, что выглядит, конечно, не очень, какой-то там кусок какого-то шлатга, а звук у него, друзья, ну, очень классно, очень натурально, прям вот как настоящая какая-то свинья хрюкает. Непонятно, друзья, пока. Вроде должен... Должен он возвращаться. Как вот мне мой опыт подсказывает. Должен бы этот кабан оттуда возвращаться. Ну, может быть, не прям вот отсюда. Может, откуда-нибудь отсюда. Но он должен бы, по идее, возвращаться обратно. И запахом мы его вроде как напугать не могли. Еще попшикаем. Немного. Напугать вроде запахом не могли. Но в то же время, кто его знает. Ну, вы знаете, друзья, наверное, такая-то трата времени не очень продуктивная. Я думаю, мы сейчас отправимся дальше. На поиски следов все-таки оленя. Это животное мне сейчас хочется найти. Больше, чем приманить этого кабана, оставшегося. Кабанов здесь... Огромное количество вообще. Тут можно, по-моему, не заморачиваться. Если более-менее нашел какую-то кабанью тропу, то проблем точно не будет. А вот с оленем пока, друзья, возникают здесь некоторые сложности. Добыли мы в прошлой серии одного, и пока... Пока, к сожалению, все. Отключили нам где-то... Где-то там... благородных оленей. Ну да ладно, надеюсь, что найдем. Мне бы только найти след. Вот мне даже и олень, по сути, сам не нужен. Мне бы только лишь след. Все, я бы бежал по этому следу спокойно. Определял бы его помет, и рано или поздно мы бы завершили это задание, потому что так или иначе он раз в какое-то время будет нам оставлять сюрприз. Пока вот, к сожалению, что-то ни оленей, ни следов. С другой стороны, друзья, буду добывать сейчас вообще всех, кто будет попадаться. Особо заморачиваться тоже не буду. Кабаны так кабаны. Мы все-таки на охоте. Играем в симулятор охоты, поэтому особо придирчивыми мы не будем. Плюс трофеи нужны, друзья, очень нужны для прокачки. У нас по меркам наших уже количества отснятых серий все-таки очень-очень маленький уровень. За такое время, сколько мы уже проиграли вместе с вами в охоту, мне кажется, наш уровень уже... Ну, если бы, по крайней мере, я все это время играл бы один, я думаю, что у меня уровень был бы гораздо выше. В Лейтон Лейке я вообще там поначалу себе ставил планку, допустим, не добывать только самок, но... И, друзья, у меня это получалось, к слову сказать, довольно
так долго, и если добывал самок, это было действительно то ли вынуждено там, чтобы хотя бы трофей там, парочка там, другой был в серии, или же просто для квеста. Но, друзья, я понял, что затея это, конечно, она, ну, классная, она повышает, конечно, планку для игры, так скажем. Но сложновато она, друзья, все-таки реализуется, эта затея, потому что постоянно искать одних самцов, ну, это сложно, сложно. По крайней мере, это все можно делать, ну, только, наверное, не в летсплеях. Не на запись, потому что на запись искать самца, ну, можно очень долго проходить в итоге. Никого не найти. Я, друзья, так периодически тут прерывается у меня мое повествование на такие паузы. Потому что так или иначе откуда-то что-то послышится, и я затихаю, чтобы немножко это подрасслышать, не показалось ли мне. Поэтому пытаюсь тут концентрироваться еще и на окружении. Друзья, кабан тем временем побежал. Вот ты какой прыткий-то, а. На самом деле, вот его-то не проблема добыть даже вот сейчас. Я думаю. То есть при желании. Просто я не буду этого делать, потому что деревья, друзья. Деревья это проблема. Они очень здорово ловят пули. Даже несмотря на то, что стреляешь рядом с ним, а тем не менее все равно каким-то образом, может быть, у них какой-то хитбокс там больше, текстура больше, чем вот мы видим, но такое уже бывало и не раз. И в сериях бывало, когда они просто ловят пули и все. Целился в голову, но животное стояло рядом с деревом и не попал вообще. Друзья, прям кабаны, а вообще одни кабаны практически. Что не стоянка, то кабаны. И что интересно, ни одного следа благородного оленя. Даже следа, друзья, нет. Не говоря уже там о звуке или о том, чтобы его хотя бы увидеть, этого оленя. Классно, друзья, так выглядят вот листья опадающие вообще. Вот в Лейтон Лейке такого нет. Либо я не замечал, либо там такого нет. А здесь, друзья, действительно очень-очень круто это все выглядит. Игра в этом плане, в плане красоты, действительно потрясает воображение вообще. Кто бы мог подумать вот так вот каких-то лет 10 назад бы, если бы мне сказали, что я смогу, у меня будет возможность поиграть вот в такую игру. Кабан. Ну кабан так кабан. Мы не гордые, мы кабана возьмем. Так вот, если говорю, лет 10 бы назад мне показали бы вот фотографии из этой игры. Ну, скриншоты так называемые. Сказали бы, что я когда-то смогу в такую игру поиграть. Причем вполне спокойно и не будет стоить каких-то космических денег. Ну, я бы как минимум не поверил в это во все. И очень долго бы не верил, что такое возможно. Интересно, какие игры будут через 10 лет? Хотя вот сейчас настолько сильно задрана вот эта планка технологичности игр, что даже страшно представить, вот куда дальше можно еще прыгнуть. Ну вот куда дальше вот этого, например, можно еще прыгнуть. Понятно, что можно создать там высокочеткие текстуры, чтобы там, я не знаю, там каждая кора, там каждая щетинка этой коры, каждый листочек имел там какие-то прожилки и прочее. Но с другой стороны, а надо ли это вот? Есть такая красота. В принципе, и довольно-таки нетребовательный компьютер для этого всего нужен. Но игры все равно куда-то летят, прям в плане графики. Все дальше, дальше и дальше. Так, друзья, вижу.
и слышу, что интересно. Вопрос только кого? Кабана. Вы знаете, нужен силуэт мне прощупать, иначе не смогу выцелить нормально. Ну да, тут прощупаешь силуэт, конечно, в таких кустах. Огроменных, густых силуэта точно не ощупать. Ну давайте еще раз. Еще раз манком. Все-таки интересно мне попробовать выстрелить ему прямо в лоб. Вот что будет. Насколько у него крепкая голова, но я, друзья, не верю, что его голова сможет остановить пулю из 270-й винтовки. Вот мне в это реально не верится. Я бы сейчас с удовольствием проверил, но не могу. Силуэт его. Вот он. Ну, определись. Отлично. Так, друзья, смотрим. Смотрим, куда. Свалится. Должен свалиться, я думаю. Да, свалился. Отлично. И... Нет, друзья, нет. Там какой-то еще был пригорочек, он на нем приподнялся, присел и все. Ну вот, что интересно, легкие пробить пробил, но он еще пробежал-то сколько-то с пробитыми легкими. Ну с одним, конечно, но все равно, друзья. Даже с одним легким он умудряется пробегать какое-то время. Посмотрите, сколько здесь кабанов, друзья. Это просто немыслимо. Я такого количества следов, наверное, не видел ни разу. Вот чтобы так все было усеяно, утоптано кабанами. Это, конечно, классно, что столько животных есть. Для добычи, для трофея. Но, друзья, с другой стороны, где ж тут поместиться благородному оленю, когда тут кабаны просто все перетоптали практически. Еще зона потребности одна у нас нашлась. Хотя вот я открываю эти зоны потребности, но как-то практической пользы от них... Ну вот я еще не испытывал такой, чтобы я целенаправленно на какую-то зону потребности пришел, там время рассчитал, подгадал, дождался там животных. А временной промежуток-то приличный, по-моему. Там не то что 20-30 минут, там, по-моему, прилично придется... Тупо сидеть и ждать, когда придут животные. И то, мне кажется, все-таки это вероятность, наверное. Не обязательно, что 100% они сюда придут. Что-то мне как-то в это не очень верится. Хотя, может быть. Кто знает, друзья, напишите. Интересно, зона потребности — это 100% вероятность прихода животного? Или же все-таки... Не стопроцентная, то есть может прийти, может не прийти. Ну вот, к сожалению, пока оленями, как говорится, и не пахнет. В прямом и в переносном смысле. Пока вот у нас тут кабаны. Даже, заметьте, ни косули, никого здесь. В прошлой серии там и косули были. Тут прям вообще одни кабаны, друзья. Ну ладно, есть у нас еще какое-то расстояние. В надежде, что мы найдем, может быть, или помет, или след благородного оленя. Ну, продолжим в следующей серии. И нам, конечно же, не дадут следующее задание сюжетное, пока мы не выполним это. Но я думаю, да. Косуля, друзья, внимание, я думаю, что возьмем для разнообразия. Стоп, не тот манок. Не тот манок. Я думаю, для разнообразия мы косулю сейчас тоже добудем. Если получится у нас все будет хорошо, то добудем. Чтобы не одни кабаны у нас в серии были. Хотя и кабаны тоже трофеи неплохие. И вот, кстати, когда первого мы
взяли сегодня кабана, друзья, я заметил такой момент, что самка кабана у нас потянула на серебро. А до этого, по-моему, ну, ни у кого самка, мне кажется, не тянула на серебро. В основном это бронза. Так, друзья, внимание. Так, тихо, друззья, не спешим, не уйдут. Если уйдут, то приманим снова. Я думаю, приманим. Лук не очень шумный, поэтому я думаю, что приманим, друзья. Надо только нам сейчас подождать. Вот тоже интересно, кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста, какие еще самки могут потянуть на серебро. И есть ли в этой игре, допустим, самки, которые могут потянуть, ну, скажем, на золото. Такой момент интересный. Я, к примеру, не знал, что самка кабана может потянуть на серебро. Так, друзья, внимание, кабан и косуля. Кабан убежал. Ничего. Вопрос другой. Мне показалось, что было две косули, друзья. Но мне так показалось, я не уверен. Возможно... Ну, в смысле, вот помимо вот этой добытой, когда я выстрелил, мне показалось, что разбежалось еще две. Так, друзья, внимание. Кажется, еще. Не совсем понимаю, откуда тут такая густая растительность. Не очень хорошо видно. Но сейчас мы, друзья, добудем, мне кажется. А это кабаны, друзья, внимание, это кабаны и целое стадо кабанов, как минимум два. Так, стоп. Ну, друзья, определенно вот этот такой какой-то шепотопохожий, такой шепотообразный какой-то звук, его издают, по-моему, косули. Ну, я могу ошибаться. Так, друзья, давайте, вы знаете, я думаю, что можно нам и манком на кабана попользоваться, не побрезговать. Коль пошла такая заваруха здесь у нас с вами, я думаю, что можно нам попробовать подобывать и кабанов. Да всех, кто будет сейчас приходить, я думаю, можно добывать спокойно. Так, друзья, внимание. Вот кабан вижу впереди. Отлично. Давайте его сейчас подсветим силуэт. Вот он. Так. И... Стоп, нет, не спешим. Не спешим. Ох, друзья, мне кажется, со всех сторон они здесь топают. Со всех сторон. Прямо разбегаются глаза. Непонятно, кого. Кого лучше. Так, друзья, вверху. Есть. Есть рядом с нами. Отлично. Еще одного взяли, друзья. Так, стоп. Аккуратно. Аккуратно, друзья. Нет, ляжет. Все, немножко пошумели. Немного буквально.
Надеюсь, что не всех. Друзья, друзья, нападает кабан. Кабан летит. Ох, что делается, друзья, что делается? Еще один раз, и кажется, все. Кажется, все кончится очень плохо, друзья. Вы знаете, пора нам пошуметь немного. Даже включился у меня тут фотоаппарат. Случайно. Пора нам пошуметь. Я боюсь, друзья, мы сейчас не сможем. Не сможем забрать всех наших трофеев. И в итоге, что мы имеем? Три там и три здесь. Отлично, друзья, забираем. Забираем. Шесть трофеев у нас буквально за какие-то там несколько минут. Вот, самка на серебро. Вот это, друзья, интересно. Такого я с другими животными, мне кажется, не встречал. Или не обращал внимания, или не встречал. И снова самка. А выглядела прям как самец. И по рыку так грозно стояла она. Мне даже показалось, что это какой-то самец был. Ну, друзья, здесь какое-то очень-очень такое было крупное стадо. И, по-моему, еще сколько их разбежалось. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу, очень неплохо. И это, друзья, далеко еще не все. Тут посмотрите, сколько в итоге было следов. Я думаю, что можно нам сейчас еще поменять. Да, была косуля. Определенно, друзья, косуля была. Конечно, сейчас после выстрела. Ищи свищи, как говорится, но... Косуля была, мне не показалось, что она здесь была. Так, друзья, ну что ж, неплохо, поохотились мы неплохо сегодня, но мне кажется, что-то подсказывает, друзья, что это еще не конец нашей цепочки трофеев. Там прицел для лука у нас какой-то открылся, друзья, вы посмотрите. Ну, я пробовал их на самом деле в другом прохождении, друзья, еще когда не играл на запись, не играл для канала. Я пробовал в другом прохождении этот прицел, там есть с тремя точками, там с тремя такими рисками. Ну, вы знаете, я вам честно скажу, ну, такой он себе, надо привыкать. Вот этот прицел, который у нас сейчас, с одной риской, он реально классный. Вот приманил животное... Примерно рассчитал там расстояние упреждения, если нужно. И все. По нему очень легко целиться, по вот этому прицелу. Его хорошо видно, у него подсветка классная. Мне он нравится. Я брал с этими тремя точками. Ну, там надо сперва, видимо, такую теорию освоить в этом прицеле. Знать, что эти точки там, на какое они расстояние. Вполне возможно, что они соответствуют зероингу на луке, вот, который переключается там 20, 60, 40. Вполне возможно, что они этому соответствуют. Ну, может быть, как-то по-другому. А, друзья, пока предлагаю немного затаиться. Вот интересно, вернутся они сюда, придут. Но, друзья, кстати, проблема в том, что опять я не взял аптечку. Вот это вот отсутствие привычки таскать с собой аптечку. Это плохая черта. Надо бы нам озаботиться и прикупить одну, а может быть даже и парочку. Точно ли лишними не будут? Ну, пока, друзья, непонятно. Вот место вот это классное в плане засады. Очень классная здесь максимальная маскировка и очень хороший обзор почти во все направления. Но вот, к сожалению, никто не желает сюда. Сюда приходить к нам. Ну да ладно.
Попробуем еще подождать. Мне кажется, следов оленя мы уже не найдем, наверное, в этой серии. Попробуем в следующей, может быть. А может быть, в следующей возьмем какое-то дополнительное задание. У нас там их очень много всяких разных. Посмотрим, что там интересного есть. И, может быть, отдохнем немного от этих следов, от этого помета и так далее. И, может быть, просто поохотимся по дополнительным заданиям. Они тоже не менее интересные, друзья, дополнительные задания. Тоже будем выполнять. Вот вы знаете, напрягает меня этот куст. Не могу я в нем сидеть. Вот это вот постоянно осматриваешься, он постоянно шуршит. Реализм, конечно, интересный. Вопрос, надо ли он такой. В таких вот мелочах. Чтобы шуршал куст, когда ты в нем поворачиваешься. Хотя вот этот куст не шуршит. То есть реализм опять же какой-то избирательный получается. Ну вот где-то он сейчас рычал кабан. И по звуку вроде как недалеко. Предлагаю, друзья, сейчас вот здесь притаиться и подождать. И вот это уже будет, друзья, игра у нас на грани. Если промахнемся, если кабан решит напасть, то все. Пиши пропало. Скорее всего, нашего здоровья оставшегося не хватит, чтобы ему противостоять. Я думаю, затопчет. Казалось, вот по звуку очень рядом. Может быть, конечно, ветер так доносит звук, но вот прям очень рядом казалось. Сейчас осмотримся. Так, друзья, вот, есть кабан. Вопрос, один или несколько? Давайте дополнительно пикнем еще на косулю. Вдруг косуля к нам еще откуда-нибудь сзади там подойдет. Вроде бы в ту сторону убегала, мне кажется. Но я не уверен. Посмотрим. А вот кабан. Кабан, друзья, где-то здесь. Вот он. Потихоньку, потихоньку идет. Так, ну вы знаете, хочу его силуэт прощупать сейчас. Вот он, все, силуэт есть у нас. Примерно, чтобы ориентироваться, куда он там намеревается. Ну, в спину вижу, конечно, его, а вот силуэт не прощупывается. Так, друзья, вы знаете, остановился. Сейчас попробую я быстро все сделать, если получится. Ну, друзья, что ж, смотрим, проверяем. Ну, забрать мы его заберем по-любому, я почти в этом уверен. Там кровопотеря будет приличная. Ну, она и есть приличная кровопотеря, да. Смертельное ранение, и вон он, наш кабан. Все, забираем его, последнего, я думаю, на сегодняшнюю серию кабана. Долго ждать, и, друзья, еще к тому же опасно ждать, потому что ближе подойдет, боюсь, полетит на нас. Полетит на нас, точно затопчет. И не поднимем мы его. Не успеем, придется мне между серией потом бежать за ним, я этого не хочу. Поэтому я думаю, что все мы сделали правильно. Сейчас немного еще осмотримся вот сюда вниз. Кто там может быть на просмотре на дальнем будет. Может быть, попробуем кого-нибудь добыть. Например, ту же косулю, к примеру. Ну, если нет, ну нет так нет, как говорится.
Не будем мы тогда заморачиваться и закончим спокойно серию. Классная трофейная серия, друзья, получилось очень здорово. Настреляли. И лук, и винтовка, все было. Так, а вот, друзья, вопрос. Нет, нет, уровень нам еще пока не дали. Посмотрите, какой мы здесь пресс создали, друзья. По-моему, яркость максимальная, мне кажется. Я могу ошибаться, но кажется максимальная. Ну что ж, друзья, никого здесь не видать. Ну, собственно, и ладно, нам больше никто и не нужен. Наша серия подошла к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Обязательно в комментариях, друзья, жду ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Все советы, пожелания, предложения, друзья, все пишите в комментариях. Что-то хотите у меня спросить, задать какой-то вопрос, пишите все в комментарии, друзья. Я комментарии читаю, помечаю их лайком и стараюсь на все комментарии отвечать. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.